Продолжаем запись. И хотим с вами, то есть вот это нам мы говорим, что это будет дабл. Равный нулю. И хотим вызвать. Причем, смотрите, я когда вызываю calculate, я могу здесь указывать тип. Set double. Видите, вот так. Указываю, каким типом я параметризирую метод. И запустить. Что он там собирает? Так, сейчас он дособирает все. Все, запускаем. То есть он должен работать. Видите, ну, просто его свернул. JUnit ему не хватает. Сейчас. Как-то, ну, сильно он упал. Ругался он на то, что мало на нету, да. Сейчас. Странно. Это ж мавановский проект создавался. Чего он его не видит? Fix it. Maven репозитория. К Мавену.
Так. Maven репозиторий. Попробуем дать ему вот это. Все равно мало не появился. Где properties? А? Сюда. Да что такое? Сюда. Сейчас. Здесь вообще мало должен быть. Ценина ну, сейчас пройдем, в принципе, тут. Ну, как вариант. Там можно библиотеку подкинуть. Да, круто. Это из-за него, наверное, и все упало. Да, нету мало, но тут он обычно. Ну, еще раз его переоткрою. Да сейчас по лекции пойдем. Ну ладно, потом разберусь сам. Так, пробуем, работает или нет. Работает. То есть, теперь задача какая? Запустить. Наше суммирование, вывести результат, правильно? Смотрим. То есть вот получили 10. Причем, смотрите, вот этот тип можно писать, можно не писать. Если вы его не напишете, то тип будет определен из аргумента.
Ясно? И такое... такое выведение на чем мы остановились. Это было ограничение на типы, да? Вот. Ну, это называется выводом типа. То есть можно писать, можно не писать. Это мы с вами просто на примере рассмотрели то. То есть тип можно ограничивать суперклассом. То есть, грубо говоря, ограничивайте тип сверху. Тоже можно двумя. Причем ограничивать можно не только методы, но и классы. В классах тоже можно писать. Тип ограниченный сверху суперклассом. Ясно? Есть еще подстановочный тип параметров, так называемый wildcard. Где это может быть? Смотрите, тот же наш метод sum. Наш метод sum, вот здесь может быть у нас какая ситуация? Крупнее сделаю. Я здесь в качестве аргумента получаю массив. Правильно? А если я, например, хочу получить ArrayList, передавайте в качестве этого ArrayList. Пишу также public, делаю перегруженный метод. Public, double, sum. Давайте calculate сделаем его перегруженным. Здесь пишу аргументы, открываю. Return пока 0. Я сюда хочу дать ArrayList. Лист хочу дать. Я хочу дать лист, но я должен сказать, чем он должен быть типизирован. То есть лист, numbers. Но лист чего? Каких типов лист? А что сюда писать? Т это какой тип будет? Ну, а? Я сюда могу, смотрите, как написать. Я могу сказать, здесь будет, здесь может быть любой тип. То есть могу поставить вопросительный знак. Говорю, любой тип. Я здесь Т не могу написать. Почему не могу написать? Ну, если я напишу Т. Даже не могу extends написать. Но я написал t, он говорит, а t это ж, даже t у нас уже есть. Да, я сюда напишу u. Он говорит, а u это какой тип? Где ты u описал? То есть я вот здесь должен писать теперь вот такую конструкцию, правильно? А я не хочу этот метод делать параметризированным. Мне этот u не нужен тут. Я говорю, лист любого типа, параметризированным любым типом, вот это wildcard, это говорит, что угодно. То есть, есть возможность говорить, что сюда можно передать любой тип.
я могу в этот тип дополнительно ограничивать. То есть я могу сказать лист любых типов, но унаследованных от number. Лист параметризированный любым типом, унаследованным от number. Называется wildcard. А здесь уже беру обычный давайте итератор через итератор. Видите, он видит, что numbers. Здесь та же логика. А мы же сказали, что это лист только намберов. Да. Я говорю плюс number точка double value return sum. Когда мы их используем. Мы же тут не тип, то есть не то чтобы мы же тут не указываем параметризирующий тип. Лист уже параметризирован. То есть мы, когда используем лист, мы должны сказать лист параметризированный чем. Да, мы говорим, это же мы объявляем, что мы говорим, что нашему методу calculate в качестве аргумента мы хотим дать лист. И раньше с вами мы всегда говорили лист параметризированный чем. А теперь я говорю, лист параметризированный любым типом, только чтобы этот тип был потомком number. С любыми параметризированными типами. То есть, смотрите. Вот здесь я говорил, что у меня мой вот Дима лист Хьюма. Я говорю, давай ты будешь параметризированный первое, что угодно, мне не важно, а второе, что угодно, но потомок enumeration. Вот это потомок enumeration, а вот это нет. Ну вот string нет, поэтому Коля уже не лезет. Ясно? То есть я мог здесь написать четко секс, да? Могу говорить, любой enumeration подходит, но только enumeration. Все остальное нельзя. То есть, wildcard это когда вы не знаете, какой конкретно вы тип хотите написать. Говорите, ну меня устроит диапазон типов. Вот для этих целей используется wildcard. Параметризирующий тип вы говорите, я ставлю букву, вместо этой буквы потом, когда я буду создавать объект, уже подставится конкретный класс. А в wildcard вы говорите, я вот хочу создать объект, но тип, ну я объявляю ссылочную переменную, но тип может быть такой, а может быть такой. Ясно? То есть не жесткое ограничение. Ладно, поехали дальше, потом еще об этом поговорим. Понятно, что такое wildcard? Причем, смотрите, преимущество wildcard, то есть wildcard это шаблон аргументов, что можно сказать, в том, что
Его можно ограничивать как сверху, так и снизу. Я могу сказать wildcard extends суперкласс. Тогда вместо вопросительного знака может быть любой потомок вот этого класса или сам суперкласс. А могу сказать wildcard супер и имя подкласса. Тогда я ограничиваю сверху. То есть любой родитель или сам подкласс. Но так можно делать только с wildcard. С обычным, там, как мы помните, с вами писали U, extends, там только extends. Там нету супера. Да. Но я хочу сказать, чтобы вот сюда нельзя было записать потомка какого-то класса. То есть не ниже. То есть родители писать можно. Object можно, там closing можно. А вот ниже closing нельзя. Short нельзя, trousers нельзя. Вот только верхняя часть иерархии мне подходит. Причем смотрите, шаблон, вот этот вопросительный знак wildcard, никогда не используется в качестве аргумента типа для вызова обобщенного метода. То есть, если бы вот этот метод был обобщенным, сюда wildcard, не сюда, а для обобщенного метода вот здесь wildcard нельзя было бы использовать. То есть, если бы я вот здесь написал бы какой-то тип, а здесь wildcard. Вот здесь wildcard нельзя использовать. То есть вместо U wildcard нельзя поставить. Дальше. Создание экземпляра обобщенного класса. Тоже нельзя. Или указание супертипа. Тоже wildcard нельзя использовать. Понятно, да, что можно ограничить сверху, ограничить снизу. И что еще важно? Обобщенные классы могут быть в иерархии наследования. То есть может быть иерархия обобщенных классов. Но, смотрите, если вы наследуете обобщенный класс, вы этому обобщенному классу должны дать тип. Например, у меня есть класс gen. Gen какой-то типизированный T. Я говорю, класс Gen 2 тоже типизированный T, extends Gen T. То есть вот этим... Сейчас лупу включу, Что здесь происходит? Смотрите, я и здесь Т пишу, и здесь. Я как бы вот эту Т отдаю сюда. То есть я должен родителю сказать, чем он типизирован. То есть я когда создаю объект потомка, создается в начале объект родителя. Чтобы создать объект родителя, нужно сказать, а чем ты типизирован. Я как бы через потомка передаю родителю типизирующий тип. Вот здесь надо писать Т. И вот здесь надо писать Т. То есть получается, что типизированный тип нельзя унаследовать нетипизированным. Потому что как вы родителю сказать и чем он типизированным будет? Ясно? То есть когда я наследую своим gen2 какой-то типизированный тип, вот эти буквы совпадают. Таким образом, когда я пишу там human там, что-то, то вот это что-то передастся родителю.
Ну, можно его так. То есть я могу унаследовать класс, типизированным одним аргументом, классом, у которого два типизирующих аргумента. Не аргумент, два обобщающих типа. Один я сюда отдам, а один как бы типа мой, собственный. Понятно это? Но если вы хотите унаследовать не типизированный какой-то класс, вы его можете наследовать типизированным. Тут никаких ограничений нет. Ничего передавать не надо, вы просто создаете типизированный класс и этим типизированным типом пользуетесь. Типизирующим типом пользуетесь внутри своего класса, как обычно. Классы могут быть типизированными, интерфейсы могут быть типизированными. А мы же с вами, помните, пользовались этим итератором? Не итератором, компаратором, компарейблом. Это все типизированный интерфейс. Очистка типов. Смотрите, важная штука. Важное ограничение было наложено при реализации обобщения в языке Java, которое заключается в том, что необходимо было сохранить обратную совместимость. И это ограничение было связано с тем, что когда в Java реализуется обобщение, в байт-код обобщающие типы не попадают. То есть дженерика в байт-коде нету. Когда происходит компиляция Java класса в байт-код, файла с расширением Java, файл с расширением класс, происходит так называемая процедурка очистки типов. Что под ней подразумевается? Замена параметров типа их ограничивающим типом, которым является тип object или тот, что указан в качестве ограничения. Если мы здесь с вами перейдем в класс human, смотрите. У меня ни t, ни s ничем не ограничены. Правильно? Значит, вместо t подставится Object, и вместо S подставится Object. Понятно? То есть вот здесь будет Object и здесь будет Object. Дальше. А там, где у нас были ограничения, видите, extends double, то есть вместо u будет double. То есть вот здесь уже не u будет, а будет double. Вот здесь будет тоже double. Использование необходимых приведений. Как того требуют аргументы типа. Для поддержки совместимости типов, типе удаляем. То есть вот здесь можно увидеть. У меня есть класс параметризированный t. T ничем не ограничено. Значит, вместо t будет подставлен object. Вот gen string. У меня t ограничен стрингом. Вместо t будет подставлен string.
Да, это вот так оно так компилируется. То есть байт-код, ваши классы попадут как? Везде тот тип, который ничем не ограничен, будет заменен объектом, а тот тип, который чем-то ограничен, будет заменен ограничивающим типом. С методами. У нас есть, например, мы создаем объект gen, типизированный интеджером. Вот у нас есть gen, мы его типизируем интеджером. И у нас метод getOp возвращает t, то есть должен вернуть интеджер. Но мы же сказали, что t это object. Он будет object возвращать. Так вот, чтобы оно работало, вот в том месте, где будет использоваться этот метод, будет сделано приведение типов. Да, явное приведение типов. То есть, но это будет уже в коде, где он вызывается. Ясно? А там уже мы ошибку не поймаем. Это проверилось все на этапе компиляции. То есть мы с вами, когда писали байт-код, нас очень сильно проверяли, да, все соответствия типов. А когда это компилируется, то уже в коде как бы нет ошибок с точки зрения типизации. Все типы неограниченные заменяются объектом. Везде, где вызываются методы, возвращающие t, так как t теперь это объект, а мы же сказали, что они как бы возвращают нужный нам тип, делается приведение типов вернутого объекта к соответствующему типу, который был типизирующим. То есть вот этот код, видите, мы с вами пишем gen типизированный интеджером и object равно gen типизированный интеджером, потом я пишу int x равно объект и вызываю getObject, и он мне возвращает как бы integer, да? На самом деле, когда это будет скомпилировано, будет оно выглядеть вот так. Никакой типизации не будет. Там везде будет object. Метод getObject возвратит мне тип object, но потом его возьмут и явно в байт-коде кастанут к integer. То есть вот здесь, когда я с вами getName, где-то я тут писал. То есть вот этого всего, вот этого не будет. Вот этого не будет, вот этого не будет. Если я здесь, вот мы здесь get 0 делали, да? Вот здесь get 0 вернет мне не string, а вернет мне object. После того, как он мне вернет, его кастанут к стрингу, и потом на результате вызовут substring. В байткоде будет так, как мы с вами писали в самом начале, чтобы показать, как плохо без типизации. Ясно это? И бывают еще ошибки неоднозначности. То есть, и вот из-за этой очистки типов, что мы типы чистим, может возникать ошибка неоднозначности. В чем она связана? Ну, смотрите, я пишу как бы t. Пишу v, два разных типа.
Потом говорю, засеть мне T, засеть мне V. Вроде бы типы разные, да, set T, set V. Но, когда происходит очистка типов, T заменяется в object, V заменяется в object. Получается, setObject, setObject, два одинаковых метода. Методы не могут быть одинаковыми. И вот такая штука уже не скомпилируется. То есть, компилятор скажет, подожди, а как ты сетишь? У тебя два метода одинаковых. TV это все хорошо, но после очистки типа вместо T будет Object, а вместо V будет Object. Как это решается? Ну, просто один из вариантов мы можем написать вот так. T ничем не ограничивать, V extend string. Тогда T будет Object, V будет string. То есть уже разные методы. Но если я напишу вот так, myGen class string string, тоже будет ошибка неоднозначности. Такая штука тоже не скомпилируется. Если у вас возникают ошибки неоднозначности, значит у вас ошибка где-то в архитектуре или в дизайне. Какая здесь ошибка? Да, этот мы с этим T, set T, здесь мы с этим V, set T. Назвать их по-разному. Да, но главное, чтобы они не пересеклись потом. Да, каждый можно extend сделать. Можно даже, по-моему, один и тот же сделать и extend. А, нет, там только wildcard. То есть каждый можно заграничить каким-то родительским классом. Ясно это? Теперь что необходимо помнить. Смотрите. Обобщенные методы можно объявлять даже не в обобщенных классах. Необобщенные классы можно наследовать обобщенными классами. Обобщенные классы можно наследовать только обобщенными классами, чтобы им передать обобщающий тип. Нежелательно делать row-тайпы. То есть если класс дженерифицирован, то обобщающий или параметризирующий тип указывать очень желательно. RowType используется только для сохранения обратной совместимости. В других случаях его использовать не рекомендуется. Из-за стирания типов на этапе компиляции существует много ограничений на использование обобщений. То мы что с вами видели, что из-за стирания типов можно получить вот такую вот ошибку неоднозначности. Нельзя создавать объект типизирующего типа или обобщающего типа. То есть вот так писать нельзя. New T не будет работать. Нельзя писать New T как массив. Нельзя создавать статические поля обобщенного типа. Нельзя создавать обобщенные классы исключений. То есть... Да, что-то сегодня... Вот 8 гиг должно хватать. А ничего ж не запущено. Это раньше ж хватало. Смотрите, generic exception нельзя делать. Не бывает дженерифицированных
эксепшенов. Ну, нельзя в качестве обобщающего типа указывать примитивные типы данных. То есть обобщающий тип — это только ссылочный тип данных. С лейбл нет, это не абстрактный класс. Нет, обычный класс. Можно писать new с лейбл. Да. Эксепшенами запретили. А throwable — это обычный класс. Потому что, ну, вообще Rx extends, если бы это был бы не класс, а интерфейс, было бы implement, да. И new throwable — можно создавать объекты класса throwable. Что еще можно показать? Ну, где еще удобно использовать, например, wildcard. Например, у меня есть класс human. Я могу сказать, а давайте будем сравнивать human. Ну, вот хочу я human сравнивать. Public, boolean. Давайте не boolean. Int. Compare, так, compare to и вот сюда вопрос. Я хочу передавать, я хочу моего хьюмана сравнивать с другим хьюманом, правильно? Если я вот так напишу здесь, other. Казалось бы, ну, human такой же, да? Пришел. Там return. Беру. Например, хочу сравнивать по name. Пишу return. Давайте get name. Compare to other.getName. Все хорошо. А теперь пытаюсь эту операцию вот здесь провернуть с Васей и Колей. Пишу sysout. Беру Вася. Точка. Compare to Коля. И оно не работает. Коля, Вася. Не могу я их сравнить? Да. Здесь date. Здесь integer string. Он говорит, нельзя их сравнивать. Хотя name, да, в принципе, моя логика-то. Все хорошо, name это у них никак не влияет. Что здесь можно сделать? А можно сказать, там мне все равно какие там типы. Работает. Как вариант. Можно стереть. Ну, стирать опять же, как мы-то получается пользуемся row type. Я здесь могу ограничения наложить. Преимущество. То есть я не пишу прямо T и S. Должно быть так же.
Я могу сказать, ну, это должно наследоваться от того, это от этого. Ясно? Как вариант решения проблемы. Вопросы? Можно наследовать обобщенный класс. Но если мы наследуем обобщенный класс, мы должны через потомка родителю дать все параметризирующие типы. Ну, смотрите, пример. У меня есть human. Он параметризирован. Я говорю, а я хочу создать его потомка. Ну, какой-то. Студент. Тоже человек. Наверное. Говорю, давайте сделаем subclass. Назовем его студент. Окей. Видите, он мне сразу в заготовку говорит, давай туда T и давай туда S. Ругается на то, что, наверное, нет конструктора. Ну. Define конструктор. Ну хорошо. А, сори, не ту кнопку нажимал. Ну ладно. То есть вот мы сюда передаем name, age и пол, секс, да? Все. Я не могу вот от этих типов уйти. Я не могу сказать, а давайте здесь у меня у студента будет не S, а U. Подожди, а с S что делать? Ну, S ты не... То есть мы не знаем, откуда взять тип для S. Если я вот здесь U напишу, он скажет, вот тут S. Родителю я должен сказать, S это что? А мы говорили, что теперь у нас это U. Но я могу расширить и сказать, ну и T это да, S это да, но у меня еще и U будет. Эй, ну хорошо. Ну только здесь S. Говорит, хорошо, еще есть U. Ну, ладно, будет у тебя еще U. Мы можем здесь написать private U group. Сделать здесь getters, setters. И теперь я не ограничен. Я в группу ему могу дать строку view, а могу дать объект группы. То есть могу группу хранить просто как строка названия, а могу в группе хранить там целый объект, группа, там, которая описывает факультет, там, преподаватели и так дальше. У меня такой получается дженерифицированный студент, который можно по-простому сделать все со строками, а можно заморочиться там вместо U типизировать как группа, S как... Что мы там было? То как enumeration, T будет как... Не знаю, как... какой-нибудь local date. И работать одинаково будем и с теми студентами. Можем так в одном листе хранить. Если тот лист параметризируем студентом, где нам wildcard'ами будет все равно, что такое T, что такое S, что такое U. Можем их чуть-чуть причесать. То есть сказать, нам не совсем все равно,
В одном случае это должен быть дженерик, и в другом случае это должна быть обязательно строка, а в третьем, ну, посмотрим. Ясно это? Какие вопросы? Что из этого непонятно? Ну, если кому-то что-то из дженери, под дженериком непонятно, спрашивайте. Ну, грубо говоря, у нас студент, это ADS. Могут принимать на ADS, и там, соответственно, поставить. Да. То есть здесь может быть и здесь должно быть тогда тоже и. Буковки не важны. Главное, чтобы они одинаковые. Буковки могут быть словом, да. То есть первое, вот тут я могу написать групп. Он потом поменяется. Он же в байткод не попадает. В байткоде вот этого слова не будет. Не будет. А где у нас группа будет? Generic. Ну опять, то есть группа. Давайте попробуем, недолго. Класс. Групп. Сейчас и узнаем. Сейчас я только поправлю ошибки. Вот, а теперь у нас есть какой-то метод. Здесь мы пишем вот их два. Полное квалификационное имя. Группу так. Ну логично. Вот это свое. Это как бы мое, это мне ближе, это локальный тип. По имени я буду обращаться к нему. Если я хочу обратиться к такому же классу, как мой параметризирующий тип, или как мой заполняющий тип, да, обращайся к нему по полному квалификационному имени через имя пакета. Ну, раз нельзя дать. Какой ляс, а как? А, через это. Ну, да. Ляс и в Java импорт вот так делает? А? Что я не знаю. Я не денег. Я не встречал. Ну, ладно. Сейчас узнаем. А?
2s. AS. Не, в Java я такого не встречал. Так нельзя, по-моему. Может быть, но в Java или по полному квалификационному имени, если конфликты. Если нет конфликта, импортируем и обращаемся напрямую по имени. Здесь другого варианта нету, да. Ну да. То есть, когда у нас... Когда это бывает? Когда у нас два пакета разных, и в них классы с одинаковыми именами. Нам надо пользоваться и одним, и вторым. Мы одно импортируем и пользуемся им напрямую по имени, а вторым пользуемся по прямому, а по полному квалификационному. Потому что если бы мы два заимпортируем, у нас будет коллизия, не будет понятно, к какому обратимся. Не, ну, такая ситуация решается вот таким образом. Еще вопросы? По-моему, мы с вами все. Да. Последняя слайда. Ну, в принципе, вроде мы весь функционал дженериков с вами рассмотрели. Все, что с ними может быть связано. На следующем занятии у нас с вами практика по дженерикам. Сегодня я вам отправлю домашку по дженерикам. По-моему, там в домашке вам надо будет сделать свой дженерифицированный контейнер. Что-то такого плана. Вот. Потом... На следующей лекции у нас уже будут коллекции. Постараюсь, чтобы со следующей лекции мы уже начали с вами что-то ковырять к общему большому проекту. Попробуем, когда будем учить коллекции, написать свою базу данных и на DB. Ну, можно, как это... Есть реляционные базы данных, а есть... А? Ну, да. Объектные. Так, Диме. Должны быть, вроде. Но это, ну... Да.